Эту тунику японка выбирают сегодня от мала до велика. Итак, обратите внимание, наша юная Любочка выбирает сегодня тунику японка и стильные брюки Парижель. Вы заметили, что туника японка в Любином исполнении выглядит немного иначе? Да, хотите украсить свои бедра? Сделайте тунику японка короче. Обращаю ваше внимание, что это наш российский дизайнер Ирина Кулакова и бренд Лавира. А можно немножечко подсказать, как это сделать правильно? Подскажи, как ты укоротила ее на Любе? Давайте посмотрим сейчас. Я выбираю для себя тоже тунику японка. Но учитывая свой возраст и свои формы, я хочу сказать, что я выбираю тунику японка именно в удлиненном варианте. Сейчас я хочу продемонстрировать вам, за счет чего туника японка из длинной туники превращается в укороченный блузон. Если вы успели заметить фантазийное завершение туники, вот так вот мы видим с вами разрез. И еще мы завязываем просто с вами, можем на узелок, можем оставить свободно. Посмотрите, мы можем даже сделать асимметрию. Вау. Стильная туника делается короче, мы можем убрать зону животика, и тем самым наша туника превращается в блузу. Ну, потрясающе, открываются все новые и новые возможности туники японка. И, конечно же, любимые цвета, очень чистые, приятные. И ты знаешь, Света, я бы мечтала, чтобы захожу я утром в свой гардеробную комнату, у меня ее пока нет, но я мечтаю об этом. И что я вижу? Я вижу полностью всю палитру туника японка. Это просто моя мечта. Я выбрала сегодня тунику в более праздничном варианте, украсив шифоновым платком. Я рекомендую вам, милые модницы, поэкспериментировать с этой туникой. Есть очень много шансов то, что эта туника каждый день будет выглядеть по-разному. Итак, я выбираю сегодня сочный голубой цвет и сочетаю с брюками парижель, яркая фуксия малина. Яркие сочные краски, давайте не будем их бояться. Итак, я выбираю сегодня свой размер, размер в размер. Mm-hmm. Те, кто любит классические расцветки, черный цвет. Черный цвет. Это, ну, это отправная точка. Наверняка, если у вас есть белая блуза, но нет темных расцветок, возьмите тунику японка черного цвета и какого-нибудь яркого дополнения. Ну что ж, коралловые оттенки, все нотки красного сегодня уже доказано многими дизайнерами, мировыми дизайнерами. Это фаворит 2016 года. И вот такой потрясающий зеленый в изумруд. Очень нарядный цвет. И поэтому, вот, например, изумрудно-зеленую тунику можно носить, да, наверное, любой цвет. Цвет на праздник, то есть не только на каждый день. Посмотрите еще раз, выберите свой цвет. Давайте поскорее уже посмотрим, с чем мы можем сочетать эту тунику. Итак, выбирая базовую вещь, я рекомендую носить вам ее не только с брюками, но и обратите внимание на юбку. Юбка Аманда сегодня представлена в 10 цветах. В данном случае наша модель Вероника, выбирая голубой цвет туники японка, предпочла базовый черный цвет. Смотрится очень элегантно. В таком образе я вижу вас на работе. Комфортное вискозное трикотажное полотно будет дарить вам самые приятные, комфортные ощущения. Несмотря на то, что туника свободного кроя, сейчас только что вы заметили, что сзади есть вертикальный шов. Благодаря этому шву туника смотрится более приталенно. Ну а наша модель Люба выбирает сегодня лимонные брюки парижель и сочно-зеленую тунику японка. И при этом еще раз обратите внимание, что тунику мы носим различными фасонами. Более укороченный вариант и более удлиненный. Да, туника японка – это проверенный хит. Тысячи телезрителей уже заказали тунику японка, и мы решили повторить эту триумфальную премьеру. Туника японка вернулась для того, чтобы вы заказали еще один цвет. Да, Светлана? Да, конечно. Я хочу сказать, знаете, мне так комфортно, мне и удобно. Вообще люблю такие вещи, которые не сковывают мои движения. И поэтому здесь дизайнер Ирина Кулакова придумала для вас цельнокройные рукава. Вообще дамы с богатыми формами ничего не будет сковывать ваши движения. Мне очень нравится, что туника сидит вроде бы по фигуре, но дает мне свободу. Обращаю ваше внимание также на декор. Здесь пуговицы ничуть не мешают украсить еще и ярким шарфом. И, конечно же, декоративные паты на рукавах. У меня широкие бедра. Я предпочитаю, конечно же, коллекции своей одежды, чтобы длинная туника закрывала мои бедра. Ну, а если вам есть что продемонстрировать, вы можете изменить свою тунику, завязав на узелочек, и тогда туника превращается в более укороченную модель. Это дамам с богатой фантазией посвящается для тех, кто не может ни дня прожить одинаково. В одинаковом фасоне можете менять свой не только цвет туники, но и менять ее концепцию.